Проверка сайта по продаже робоксов на моем канале. Всем здорово, и в сегодняшнем видео у нас будет обзор на один из популярных сайтов, а именно Robux Shop. Мы с вами сегодня еще в конце видео купим там робоксы и проверим, насколько они честно работают и быстро. Также мы с вами посмотрим на отзывы их сайта, посмотрим их соцсети. Так что будет достаточно интересно, и мы с вами в конце видео сделаем вывод, стоит ли там покупать робоксы или же нет. Ну а я не буду долго тянуть, и мы с вами переходим к ролику. Итак, я уже зашел на сайт этого магазина, и первое, что бы я хотел отметить, что прям реально бросилось в глаза сразу же, это красивый интерфейс в ретро-стиле, все такое пиксельное, прикольное, мне прям даже нравится. Ну что ж, ладно, давайте уже начнем осматривать сайт. Получается, нас встречает именно логотип Robux Shop, две страницы, одна из них главная, которую вы сразу же появляетесь, когда заходите на сайт. Вторая страница, это у нас страница профиля, которая у вас появится, когда вы вводите ваш аккаунт Robux, я сейчас вам покажу, как это сделать. Дальше у нас, получается, идут три ссылки на их соцсети. Сети, это Discord сервер, телеграм-канал и группа ВК. Тоже мы их с вами сегодня посмотрим, но чуть-чуть попозже. Ну и перед авторизацией, получается, нашего аккаунта, я бы хотел отметить то, что прям в самом сайте, в самом магазине можно поменять язык. То есть, например, если у вас в браузере установлен английский, то у вас тут тоже будет английский, и вы можете поставить на русский. То есть у вас будет весь браузер на английском, а этот сайт на русском. По-моему, это классная тема, над которой никто не заморачивается, но вот видите, Robux Shop сделали. Ну что ж, и касаемо входа, мы, получается, просто нажимаем эту оранжевую кнопочку и сюда просто пишем ваш юзернейм. Если что, кто не знает, это ваш нижний ник, который вы создаете прямо при регистрации аккаунта. Нажимаем «Войти», чуть-чуть ждем, и у вас появляется ваша аватарка из робокса. И теперь разблокируется страница профиля. То есть, вот, вы теперь видите, входите, и у вас нету кнопочки «Авторизироваться», и появляются новые странички покупки, задания, промокоды и акции. Конечно, это все интересно, но об этом чуть-чуть попозже. Пока что перейдем и посмотрим главную страницу. Первое, что он встречает, это последние покупки. Такое небольшое окошко, где мы видим, получается, скины людей, количество робоксов, которые они купили, и их юзернейм немножко замазанный. То есть, нету некоторых букв. То есть, вот вы видите, какой-то человек купил 769 робоксов, 250, 695, 160, 1500, почти 1600, 250, 255, 290, ну и все, потому что это последние покупки, и тут нельзя все прям посмотреть, все покупки. Наверное, они за последний час или за последние 30 минут показываются, я не знаю. Получается, дальше у нас тоже идет небольшое окошко, информация о робоксах. Получается, на данный момент текущий курс это 1 рубль, 1,5 робокса почти, ну то есть робокс 45. Доступно к покупке 196 тысяч робоксов, 991, то есть это прям реально большое количество. Если, например, зайдет много людей и все начнут покупать робоксы, то я думаю, что все равно всем хватит и их быстро пополнит, если они начнут заканчиваться. Получается, и продано всего, вы просто вдумайтесь в эту цифру, 35 162 117 робоксов. Это вообще жесть как много, просто прям невероятно много. То есть люди реально покупают и не жалуются, вроде все нормально, но это мы с вами посмотрим уже в конце ролика, потому что мало ли, что может быть мне не придут робоксы. Это мы сегодня увидим. Дальше у нас, получается, идет кнопочка «Инструкция для покупки». Мы если туда нажмем, то у нас появляется поэтаповая, так скажем, инструкция, где вы можете посмотреть, что надо выбрать, что надо найти, что надо написать и так далее. Но, чтобы вам не заморачиваться, я просто вам это все сегодня покажу. Дальше у нас идет одно из самых главных окон — это покупка робоксов. То есть вы сюда пишете свой юзернейм. Если у вас уже есть профиль, то тогда он автоматически тут появится. И два, получается, поля, куда вы можете написать сумму, которую вы желаете потратить, или же сумму, которую вы хотите получить в робоксах. То есть, например, грубо говоря, я хочу потратить 100 рублей и получу 145 робоксов. И, например, если я хочу не 145, а, грубо говоря, 183 робокса, то тогда я должен буду заплатить 126 рублей и 20 копеек. Вот, в общем, так это работает. И максимальное количество, которое вы можете купить робоксов за один раз, то есть вы можете, например, один раз оплатить, потом зайти еще раз на сайт, еще раз оплатить и так далее. То есть вас никто не ограничивает в одной покупке, но именно за один раз вы максимум можете купить 9999 робоксов. Дальше у нас идут, опять же, оранжевые кнопочки. Одна из них — это промокод, куда вы можете вписать ваш промокод или промокод друга, об этом тоже попозже поговорим. И уже кнопочка «Купить робоксы», то есть вы тут выбираете ваш плейс, дальше оплачиваете. Это мы с вами сегодня все сделаем. И последнее, что у нас идет, это, получается, поддержка и часто задаваемые вопросы, на которые сразу же есть ответ, чтобы не писать в поддержку. Например, что делать, если заказ не пришел? Я нажимаю на эту стрелочку и смотрю ответ. У метода Game Pass есть свое время ожидания. Если вы сделали все в соответствии с инструкцией, то вы обязательно получите купленные робоксы. Если срок ожидания превысил указанный, напишите в службу поддержки, и вам все вернут. Это не написано, но я в этом уверен. Ну, потому что, как минимум, все нормальные сайты так делают. Потому что, ну, смотрите, какой смысл? Вы купили робоксы, вам, грубо говоря, они не пришли. Это просто шанс на миллион, чтобы они вам не пришли.
И зачем портить сайту свой авторитет, когда можно просто их вернуть? Ну и дальше у нас получается идет поддержка, которая есть во всех их соцсетях. Это ВК, Телеграм и Дискорд, как я уже и сказал ранее. Давайте сейчас с вами перейдем, посмотрим их соцсети и уже потом будем совершать покупочку. Итак, получается, первое, с чего бы я хотел начать, это Дискорд сервер. Получается, тут у нас есть, происходит событие, то есть тут у нас сейчас написан курс, если вы не хотите это видеть, то вы можете просто его взять и закрыть. И потом снова же открыть, если вот просто нажать на эту кнопочку события. Дальше у нас идет информация, это поддержка, в которую вы можете написать, новости, куда пишут все, всякие обновления и так далее, изменения, может быть, в курсе, не знаю. И розыгрыши, которые происходят очень часто, например, 100 робоксов разыгрывали 14 минут назад, 50 робоксов разыгрывали сколько, 18 часов назад, 100 робоксов разыгрывали 2 дня назад. Ну, то есть вы видите то, что часто, вот я могу даже пролистать. Ну, то есть, реально, часто разыгрывают робоксы, и у вас есть вполне шанс их выиграть. Небольшое, конечно, количество, не маленькое. Я думаю, что средненькое так просто на халяву получить неплохо. Ну, и дальше у нас, получается, идут правила, которые вы должны прочитать, если будете активить на этом дискорд-сервере. Их всего 9, и их немного. В основном не зависит, чтобы не скидывать всякие запрещенки, не спамить капсом. В общем, вы понимаете это все. Дальше у нас, получается, идут мероприятия. Тут, я думаю, что об этом упоминают. Дальше у нас, получается, идет просто чат, где вы можете пообщаться, предложения, куда вы можете скинуть какие-то изменения, которые бы вы хотели видеть либо на сайте, либо в Discord-сервере и так далее. И у нас, получается, идет бот-чат, где вы можете посмотреть свой ранг и так далее. Голосовые каналы — это Voice и AFK. Поддержка, связь с поддержкой, которую вы создаете тикет и пишете туда, что вы хотите узнать или же какую проблему вы хотите решить, и вам 100% ответят. И отзывы, получается, вы их можете сюда написать, чтобы другие люди могли на них ориентироваться. Например, давайте быстренько прочитаем. Робоксы пришли, сайт хороший, хочу еще задонатить. Сайт имбани, скам, советую всем. Сайт кайф. До 5 дней для самого поступления на баланс, сам не раз заказывал здесь. Здравствуйте, прошло уже 5-6 дней, но робоксов нету. Да, как Чел подметил, написал до этого, то, что вы сначала ждете 2 дня вашего одобрения заказа на сайте, и потом они уже 5 или 6 дней идут вам на аккаунт. Даже у нас, получается, пишет тот же. Проверяю сайт топовый, но можно вопрос. А робоксы все так же будут приходить через 5-6 дней или еще нужно будет подождать 48 часов? Если ты смотришь это видео, что может быть, в принципе, поскольку ты пользуешься этим сайтом, то ты должен подождать 48 часов оплаты и уже потом ждать робоксы на баланс в робоксе. Спасибо большое, сайт хороший и без обмана. РБ пришли через 6 дней. Крутой сайт без обмана, покупал вроде 2 раза, сейчас 3, 100 робоксов купил, но очень хороший сайт. Пришли робоксы, спасибо огромное, я заказал у вас 100 робоксов, жду пока придут. Робоксы пришли, спасибо огромное. То есть вы сами видите то, что людей не разводят, всем все приходит, ну а пока что давайте с вами перейдем в другую соцсеть. Ну что ж, получается, дальше у нас идет Telegram канал. Тут у нас, получается, был какой-то опрос, какой режим круче, и победил MM2. На 100% круче. Получается, дальше ждем 23 мая, классический Roblox скоро вернется. Несколько игр, которые будут участвовать в ивенте. Blood Bowl, Bad Wars, Adopt Me и Arsenal. Что думаете по этому поводу? В общем, тут достаточно интересно. Скорее заходи в наш Discord сервер. Итоги конкурса, то есть тут был конкурс на 500 робоксов, нифига себе. Правильный ответ получается. Угадай режим. Что за режим такой? Попробуй угадать, какой режим мы спрятали. Подсказки. Петы, трейды, ролиплей. Свой ответ напиши в комментариях, а мы выберем 3 случайных победителей по 100 робоксов. То есть вы прикиньте, если вы ответили правильно, и вас выберут из 3 людей, а это достаточно большой шанс, а вы видите то, что у них, в принципе, не сильно много подписчиков в телеграм-канале, то вы получите какое-то вознаграждение в робоксах. То есть это офигенно можно зафармить. Вторая часть. Напоминаю, в другой вселенной от знаков зодиака зависит характер робоксеров. Мы переехали. Называется, получается, новая ссылка, это robuxshop.gg. В общем, я оставлю ссылку на этот сайт в комментариях и в описании, так что можете, будете сами глянуть или же купить даже робуксы. Какой ты робоксер по знаку зодиака? Козерог. Проигрок. Рак. Звезда. Блин, кстати, интересно. И скорпион стратег. Короче, как бы это странно не прозвучало, но я реально козерог. Вот, ну я проигрок получается. В общем, ладно, мы с вами можем это долго все листать и смотреть, потому что тут много чего интересного. Лучше вы просто зайдите и сами все гляньте. Ну а мы с вами переходим в ВК-шку. Ну что ж, вот и группа в ВК. Тут получается подписчиков 16617 на данный момент. Ну, достаточно неплохо. Тут уже побольше, чем в Телеграме. Вот, тут получается есть отзывы, реклама и как заработать робоксы. Давайте сначала глянем отзывы и уже будем дальше все рассматривать.
А, ну, кстати, тут такие же опросы проходят, как и в Телеграме. В общем, если у вас, например, нету Телеграма или нету ВК, то это для вас альтернатива будет. Давайте, как я и сказал, глянем отзывы. Давайте, смотрите, мы переходим, получается, по этой ссылке. 2020 год. Как я понял, что это иду с самого начала, например, вот. Пришли и довольно быстро. Быстрый не обман. Круто, очень круто, не обман 100%. Крутой продавец, не обманул 100%. Робуксы пришли, Никидок. Робуксы пришли, все быстро, все топ. А главное, быстро. Все пришло и очень быстро, я доволен. Реал работает. Ой. Ну, в общем, вы сами видите. Не кинул, спасибо. Всем здравствуйте, компания отличная, все быстро и легко. Все пришло отлично. То есть вот вы видите то, что в транзакциях у человека есть робуксы, которые идут с этого сайта. Давайте посмотрим новые отзывы. Вот, 120-я получается страница. Магазин прикольно, заказал 1450 робуксов и жду, как сказали, 5-6 дней. Посмотрите в пендинг робуксов. Если их там пока что нет, просто ждите. В течение 2 дней они должны выдать купленные робуксы. А потом, когда они в пендинг уже пришли, ожидайте 5-6 дней робуксы. Надеюсь, помогла. Я очень рада, что продавец не обманывает и выдает в течение 2 дней. И потом робуксы приходят 5-6 дней. Все супер, отлично, советую вам этот сайт. То есть вот, 20 тысяч я купил робуксов. Ну и где робуксы, это, наверное, чего просто не дождался. Имба. Хорошо, но это просто ответы какие-то. Так что, я думаю, что этому сайту можно доверять. Ну а мы с вами возвращаемся обратно, получается, в наш магазин. И посмотрим профиль. И уже будем затариваться робуксами. Ну как затариваться, проверять робуксы. Потому что много я как-то не планирую покупать. Вот, но просто чисто проверим. Так, я уже тут и, получается, зашел в страницу профиля, и мы видим с вами страничку покупок. Как я понимаю, то, что тут они будут появляться, когда мы с вами будем делать новые покупки, но пока что их нету, потому что я ничего тут не покупал. Дальше у нас, получается, идут задания, за которые вы можете получить робуксы. Я уже их выполнил, чтобы у вас сейчас не занимать время, но, грубо говоря, вы просто должны перейти по ссылке, подписаться на группу ВК, подписаться на телеграм-канал, на сервер в Дискорде, и подписаться на их YouTube канал. Все, то есть вы нажимаете на кнопочку «Выполнить», вас перекидывает, вы подписываетесь, и все. И забираете вашу награду в сумме, вы получите 35 робуксов. Ну, типа, за бесплатно, я считаю, что достаточно неплохо. Может быть, даже в будущем будут появляться какие-то новые каналы в других соцсетях, и вы сможете еще заработать робуксов. Дальше у нас, получается, идет страница промокодов. Она самая главная, самая интересная. Смотрите, получается, твой личный промокод. Супер50. Он у всех одинаковый, и при покупке от 500 робуксов, как я понимаю, только при одной покупке вы получите плюс 50 робуксов. Пригласи друга, и вы оба получите подарок. Твой промокод для друга на первую покупку от 300 робуксов. RS6199. То есть, например, если я дам этот промокод другу, он через него купит робуксов, и я, и он получит 20 робуксов просто так бесплатно. То есть он получит покупки, а я чистого себе на баланс. Кстати, вот те самые 35 робуксов за те задания. Но я напоминаю, что этот промокод работает только один раз и при покупке от 300 робуксов. Ну, тут все, в принципе, написано. Ну и тут есть твоя статистика, приглашено друзей 0, твоя награда пока что 0. Вот, 35 робуксов получается баланс, вывести, и минимальная сумма к выводу 200 робуксов. Да, это, конечно, много, вы, скорее всего, будете их долго фармить, но тем не менее, слушайте. Зато вы сразу получите себе на баланс без комиссии 200 робуксов. Ну и получается, дальше у нас идут акции. Их всего 3 штуки, это выгодный курс, удвоение заказов, рандомные заказы от 2000 робуксов удваиваются, и бесплатные робуксы. Не упусти шанс выиграть бесплатные робуксы в нашей группе ВК. Но я думаю, что это конкурсы и викторины. В принципе, с профилем все. Давайте с вами быстренько сделаем покупочку и посмотрим, как это вообще все работает. Давайте 50 робуксов чисто для теста. Купить робуксы нажимаем. Это игры, которые мы нашли у вас. Да, все правильно, Kilasus Places. И тут я сейчас должен быстренько создать геймпас на 71 робукс. И тут я должен буду его выбрать и продолжить оплату. Так, получается, я выставил цену, нажимаем «Продолжить». Вы почти у цели, выберите удобный способ оплаты, введите email, если потребуется, и нажмите «Продолжить». Я сейчас введу быстренько реквизиты карты своей, и мы с вами посмотрим, что у нас будет дальше. Ну что ж, я уже нажал кнопочку «Оплатить», сейчас выполняется проверка, и получается, это все, последний был этап. Заказ принят, в течение 48 часов геймпас будет оплачен. И робуксы поступят в пендинг, а через 5-6 дней будут автоматически направлены на баланс. Поделитесь вашими впечатлениями о нашем магазине, оставьте отзыв в ВК или Телеграме. Ваши комментарии помогут стать нам еще лучше. То есть вот, вы нажимаете сюда кнопочку, если хотите, и можете оставить комментарий. В принципе, так и все делают люди, которые туда писали. Ну что ж, в принципе, на этом все. Ну и, кстати, вот чекайте, получается, вот мой скин и количество робуксов. Да, и вы еще спросите, где же посмотреть, когда эти робуксы поступят в пендинг. Вы нажимаете профиль,
Смотрите, получается, ждете загрузку. Ну, тут у нас, получается, есть кнопочка покупки. И тут у нас есть ID заказа. Дата, когда она была сделана, и заказ в ожидании. Вот, 50 робуксов. То есть, все правильно, все, я платил. Ну, и когда они пойдут мне уже в транзакции в Роблоксе, то я напишу в комментариях под роликом. Ну что ж, в принципе, на этом все. Я еще раз напоминаю, ссылки на этот сайт будут в описании и в комментариях. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.